Отже, починаємо. У нас в гостях керівник тренінгової компанії Таїсія Мишкурова. Людина, яка коли до нас приходить, в нас завжди у всієї знімальної групи піднімається настрій. Дякуємо вам за це, велике Таїсія. Доброго дня. Добрий день. Дуже цікаво, що ми розпочинали рік темою про те, як розпочати нове життя з нового року. І це було 1 числа цього року 2016. І завершуємо рік 30 числа 2016 року темою «Як здійснювати власні бажання». Чи вам не здається, що це цікаво? Ви, напевно, загадували бажання того, щоб зробити це. Да, моє бажання збулось. Да? В общем, продовжувати цю тему бажань для нас, наших телезрителей, і ділитися полезними советами. Поэтому, да, сразу ми можемо сказати, що, звісно, бажання виконуються. Ось так. Звісно. Ну, добре. Тоді давайте говорити більш конкретніше і, напевно, з таких, ну, скажу таке слово, зайорзаних тем. Чому? Тому що популярна дуже тема здійснення бажань. Якщо задати в інтернеті, да, у пошуковиках, то видає ось такі, ну, не знаю, списки, да, того, що потрібно робити, чого не потрібно робити. І перше завжди великими літрами – це потрібно думати. Думати про бажання. Що ви скажете на цей рахунок? Ну, как вы говорите, да, есть такие очевидные истины. И, конечно, наши мысли так или иначе формируют нашу жизнь. И вы можете посмотреть на примере своей жизни, да, те сферы, которые вам интересны, те сферы, о которых вы думаете, в общем-то, так или иначе проявляются в вашей жизни. Очень хороший пример – это ваша профессия или дело, которым вы занимаетесь. Если оно вам нравится, вы думаете о нем большую часть вашего времени, соответственно, принимаете решения в этой профессиональной среде и видите, какие результаты и какое развитие происходит именно в этой сфере. Поэтому наши мысли, они, конечно же, влияют на те желания, на те события, которые происходят в нашей деятельности. Ну, например, если вы дизайнер, вы хотите попасть на выставку дизайнеров, например, в Гамбурге. И вы думаете об этом, и случается так, что вас отправляют туда в командировку. Да, если вы думаете о том, как скоро стать хорошей мамой и ухаживать за своим ребенком, то в ближайшем времени, да, это желание тоже исполняется, и вы посвящаете себя семье, домашнему уюту и, собственно, да, воспитанию своих детей. Поэтому, да, так или иначе мы формируем свою жизнь своими мыслями. Так, ну, це догма, це істина, да? Але коли це бажання, да? І бажання це, ну, дуже часто, давайте по-іншому. Коли давай до вас звертається, да? З питанням, як здійснити мої бажання. Звичайно, напевно, ви питаєте, а яке у вас бажання? Звісно, так, да. Що ви хочете? Чого дуже часто стосується бажання? Матеріальних сфер чи більш духовних? Різних сфер. Да, потому что, ну, мы не можем отделить одну сферу от другой. И если мы говорим о деньгах, да, о финансах, все хотят, я хочу больше денег. И следующий вопрос, зачем, да, или для чего нам нужны эти деньги? Для того, чтобы приобрести, для того, чтобы получить, для того, чтобы развить и так далее. То наши материальные желания, они, конечно же, связаны и с желаниями более духовными. Это построение отношений, да, построение семьи, получение удовольствий, путешествий и так далее. Поэтому, когда мы задаем вопрос, каково ваше желание, да, мы хотим получить в ответ конкретику и ясность. Угу. Как минимум, да? Я хочу вот хотя бы, да, название этого желания и понимание сроков, когда я это хочу, и понимание применения этого желания. То есть, что я буду с этим делать и как получение моего желания повлияет на мою жизнь і на моє состояние. От, а тепер повертаючись до думок. Коли ви думаєте про щось, да, я хочу багато грошей, да, то це бажання, воно взагалі і ні про що, воно ніколи не здійсниться. Да? Тобто потрібно думати про те, що я хочу там мільйон, мільйон чого саме, да, гривень, доларів, євро, не знаю, іншої валюти. І потім мислити про те, для чого вони мені потрібні. І тут знову ж таки переход йде, да? Тобто насправді цей мільйон мені не потрібен,
А потрібно ось то, що я то, что куплю я за за него той куплю, мільйон. конечно. Когда мы говорим, я хочу миллион, то есть вы хотите миллион бумажных купюр для того, чтобы разложить их дома на полу, пересматривать и пересчитывать. Нет? Нет. Нет, вы хотите ресурс, да, при помощи которого вы реализуете свои последующие желания. Поэтому очень часто желание денег, оно может быть как бы, да, ложным, потому что на самом деле мы хотим купить за эти деньги что-то. Поэтому в этом случае лучше обращаться непосредственно к тому, что вы хотите купить. Купить, либо получить, да, либо обменять, либо заработать, да, своими услугами, своей профессиональной деятельностью и так далее. Угу. Теперь повертаємося ще до ось тих порад, які даються дуже часто. Да? Візуалізувати, крім того, що думати, ще й дивитися. Але часто виходить так, що ми і карти вже і в студії робили, карти бажань, да. І ну, багато чого. Вішали це все на стіну, да? Там, машина, дом, муж, будинок, дом, чоловік, да, діти. Там, не знаю, все, все, що можна, тільки і ось сідали і дивилися, да, на все це карти побажань, але в результаті за рік, ну, можливо, щось із цього збулося, не будемо на корню зрубати Конечно, ці да. надії, да, але ось основне, на що я там дивилася, на будинок, його в мене не з'явилося. Що я робила не так? Ну, давайте, да, насчет карты желаний mm-hmm. разберемся. Ну, когда вы вешаете на стену, ложитесь на диван, смотрите, возникает вопрос, а работать кто будет? Пока вы лежите и смотрите на карту желаний. Ага, человек, да? Миллионер будет работать, да. А я буду лежать и смотреть на карту желаний. И вот одна из таких самых больших ошибок, да, людей при загадывании желаний состоит в том, что мы думаем, что желание исполнится само собой без нашего участия. Но так не бывает. Почему? Потому что мы можем поставить знак равно между вы и желание. Вы и есть желание. Почему? Потому что в вашей голове рождается идея этого желания. Да, вы его представляете. Оно реализуется за счет вашей энергии мыслей и энергии ваших эмоций. Вы потом попадаете в место, в котором происходит, собственно, получение этого желания. Да, если мы говорим о месте путешествия, или о доме, в который вы попадете, или о какой-то вещи, которую вы на себя надеваете, так или иначе вы участвуете в получении. Приведем простой пример. Я хочу, чтобы мой ребенок был здоров. Угу. Замечательно. Корми, гуляй, обучай, уделяй внимание, следи за режимом. Одевая по погоде, вы принимаете участие в здоровье своего ребенка? Да. Да. Сбудется ваше желание? Конечно, но при условии определенных процедур. Я хочу быть красивой звездой. Замечательно. Следи за собой. Ешь здоровую пищу, занимайся спортом, занимайся своим развитием. Вы принимаете участие в реализации желания? Да. Я хочу быть женой миллионера. И так, чтобы любил он меня такой, какая я есть. Да. Ну, секундочку. Занимайся собой, занимайся ребенком, да, и тогда, в общем-то, так или иначе, мы все равно принимаем участие в своем желании. Самый простой пример – это платье. Я хочу платье. Ну, выбери его, определись со цветом, с моделью, его желательно померить, и потом его надо надеть и носить. Угу. Надо еще и носить свое желание, его потом надо применять. Поэтому в разных формах, но мы обязательно принимаем участие в реализации своего желания. И поэтому почему говорят часто «бойтесь своих желаний»? Да. Потому что вы начинаете «я хочу» как можно быстрее, жизнь разворачивает события, и оказывается, что вы принимаете в этом участие. Надо потрудиться, надо что-то делать, надо куда-то поехать, надо соблюдать какой-то режим, надо уделять внимание. Конечно. Как же так? Ты же хочешь? Ну, нет других у нас у Бога рук, да, других, кроме твоих собственных. Угу. Значит, надо потрудиться. Ну я ж та Золушка, я не готова до цього всього, розумієте? Как Золушка не готова? Секундочку. У Золушки был такой объем работ, что она могла очень много чего реализовать. Ну, з іншого боку, вона терла свої горшки, а вийшла заміж за принца, правильно? А чому вийшла? Тому що фея прийшла і да. карету і сровного места, да, не сровного места, в сказці є історія до. Угу.
Так, все, зараз ми говоримо про те, що ніякого дива не існує, не буде ніякого здійснення побажань, все потрібно робити своїми руками, а це значить працювати. А якщо я не хочу працювати? Хорошо. Якщо я не хочу працювати, це желання. Я не хочу работать. От тут вже погано. Тут, до речі, це я точно знаю, тому що на власній шкурі, якщо так бажаєш, що я не хочу, в тебе, ну це грубо кажучи, воно збивається. Здоров'я пропаде, і ти будеш лежати вдома і не працювати. Якщо ваша енергія не використовується, чомусь в негатив йде, то відбувається застой. Я не хочу нічого робити. Вы себя обрекаете на состояние пассивности, ну, если мы говорим вообще, да, совсем ничего. И ваш энергетический ресурс не реализуется, и, собственно, вы не выполняете ту функцию, для которой предназначен человек. А человек предназначен желать, предназначен реализовывать, предназначен созидать. Поэтому реализация желаний – это наша встроенная опция, мы все это умеем делать, просто надо это делать грамотно. И очень важно не быть заложником своих желаний, то есть не желания управляют вами, а ви управляєте своїми желаннями. Ось потрібно до цього просто додати оптимізму. Я розумію, що зараз дивлюся на цю тему з песимістичної точки зору. Чому? Тому що потрібно працювати, а це ж важко, навіть не для того, щоб досягти свого бажання. Ні. Тобто ось є бажання, воно оптимістичне, да? Воно яскраве, там жовтеньке, той будинок чи той чоловік, да? Неважливо, ті ідеальні стосунки і так далі. Вони оптимістичні, потрібно до цього йти і не думати про те, що ти працюєш, а як думати? Що ти радісно танцюєш? Ти не працюєш, ти создаєш свою життя. Все-таки це елемент творчества і це елемент гри. Угу. Да, вот в желаниях очень важно относиться к этому играючи. Да, мы можем что-то получить, что-то можем получить немножечко не в той форме, в которой мы хотели. Что-то из задуманного реализуется не прямо сейчас, а спустя какое-то время. Но вот этот момент игры дает позитив, о котором мы говорим. И вот в преддверии Нового года очень важно подумать о том, что у вас уже сбылось в этом году. Я уверена, что нет ни одного человека, который сказал бы: ничего в этом году у меня не сбылось из того, что я хотел. Мы можем подойти к этому со стороны каких-то больших проектов, глобальных, а можем подойти со стороны самых маленьких желаний. Удалось вам отдохнуть в этом году с ребенком или с семьей в любой форме? Вы хотели этого? Хотели. Это сбылось? Это сбылось. Вы хотели каких-то покупок? Больших, маленьких, желанных, разных. Сбылись эти покупки? Конечно же, какие-то из них сбылись. Вы хотели чего-то достичь в профессиональной деятельности, получить какой-то результат? Получили вы результат на работе? Ну, конечно, было 12 месяцев, и каждый месяц вы получали какой-то результат. Поэтому если вы посмотрите на то, чего вы уже достигли в этом году, пусть это будут самые простые вещи, вы просто увидите, что у вас получается. Угу. Получается хорошо, вы умеете это делать. Просто надо уделять этому немножко больше внимания. Вот вам позитив. И говоря о теме желаний, иногда нам очень сложно сформулировать цели на следующий год, и сразу думаешь: ужас, как, да, это так сложно. Сесть. Я сажусь, открываю блокнот, и у меня нет ни одной мысли. Ну, я не знаю, как к этому подойти. Есть очень простой способ, как к этому подойти. Есть такая приятная вещь, называется она благодарность. Угу. И мы берем лист, делим на две колонки, с одной стороны пишем: «Я благодарна году уходящему за…». И поверьте, лист будет списан полностью, потому что есть за что поблагодарить. А во второй части я пишу: «Я хочу поблагодарить год 2017 за…». И тут мы включаем воображение. «За что бы я хотела поблагодарить Новый год, когда он закончится?». И здесь мы начинаем мечтать, пусть немножечко какие-то невозможные мечты, но у нас появляется ясность и конкретика, что, собственно, мы хотели бы получить в этом 2017 году, и за что я хочу поблагодарить судьбу, жизнь, да, спустя год. И тогда вы перейдете к теме целей достаточно плавно, когда у вас уже будет написано, вы сможете посмотреть, что же вы хотите, и придав конкретике, у вас появится цель. Вот таким образом, не спеша, в состоянии расслабления, под
идущий снег с чашкой чая, вы можете сделать это упражнение, которое проявит вашу благодарность и поможет вам какие-то непонятные вещи сделать понятными и перейти к их осуществлению. Наскільки важливо людині взагалі мати бажання? Да? Тому що дуже часто стикаємося, немає бажання. Ну, живу, як і живу, да? Є робота, є сім'я, якось так, рутина і все. Наскільки важливо мати бажання? Ну, якщо вони є, ви к ним йдете. Якщо ви к ним йдете, рано чи пізно вони осуществляються. Конечно же, должно быть желание. Но мы так устроены, да, что мы живем в этом мире вещей и удовольствий, и человек хочет, да, получать их в своей жизни. И это как бы наша, да, ну, такая ежедневная работа по ходу жизни – желать и получать желаемое. Угу. Тобто, навіть якщо здається, що в тебе немає бажань, да, все одно, коли ти зранку просинаєшся, в тебе є якісь потреби. Ось потреби, бажання, да? Тут ну, потреби – це не бажання. Не бажання. Нет. Да. Може не бути желання по причині сильної утомленності. Тому що для того, щоб желання появилось і реалізувалось, нужна енергія, нужны сили. Угу. І люди дуже часто нічого не хочуть, тому що просто нет сил, нет енергії. Желание ведь реализуется, да, за счет вашей энергетической составляющей. И человек ничего не хочет, потому что слишком высока усталость, слишком мало сил на что-либо. Вот. А если вы отдыхаете, да, если у вас есть силы, конечно же, у вас есть и желание что-то реализовывать и двигаться дальше. Ну, тут можно сказать тем людям, у которых немає бажань, у вас мы ось зараз вирішили, что у вас есть хотя бы одно бажання відпочити, правильно? Конечно, поесть, поспать, отдохнуть, погулять, набраться сил. И, собственно, перейти вот к этой теме желаний, выбрать то, что действительно хорошо для тебя, а не для других людей, угу. Вот, и реализовывать то, что важно для тебя в твоей жизни. Повернуся до теми попелюшки. Ми вже вирішили, да, то, що на бажання потрібно дивитися оптимістично і не сприймати шлях до них як роботу. Але все одно, дуже часто, і ми це питання вже обговорювали, про те, що от здається, да, що сусід мій, да, ну, що він там, нічого не бажав, і бах, в нього там спадщина, йому будинок просто на голову впав, да? Чи подруга моя, нібито і не бажала нікого, а тут раз познайомилася з іноземцем, да? Поїхала в іншу країну, тепер живе в Лондоні. Як так? І живе вона там такою життю замечательною, нечеловеческою. Ні, вона живе життю обычного человека, да, она решает такие же вопросы, как мы решаем их и здесь, да, то есть не важно, в какой стране вы живете, да, важно, как вы живете, как вы проживаете свою жизнь. И действительно, нам со стороны кажется, что в жизни других людей все случается внезапно. Да. Он не хотел, и у него наследство. Она не хотела, и у нее жених и Лондон. Мы же не знаем, что стоит за этим желанием. Мы не знаем, сколько дней, ночей человек провел в мыслях о том, что подруга, да, ваша, она хочет найти любимого человека, она хочет для себя такую жизнь, она хочет быть женой и мамой, и хочет, да, жить вот в таких условиях. Вы же не провели с ней, да, круглосуточно там несколько лет. И с соседом с вашим, да, вы тоже не общаетесь ежесекундно. То есть это мысли, которые думали люди, да. Соседу нужно было наследство для того, чтобы купить очередную дрель и радовать вас на выходных. Вот, ему нужен был ресурс. Подошло к нему наследство. К барышне этой тоже, да, однозначно были причины. Говоря о женщинах, мы прекрасно понимаем, что все хотят личного счастья. И если вы ставите себе цель не выйти замуж, да, потому что сама формулировка очень опасна. Угу. Ну, выйти замуж – это процедура бракосочетания. Все, точка. Вот прошел этот день, и все закончилось. А если вы думаете о том, чтобы найти родную душу и найти человека, с которым вы будете расти, развиваться и будете друг другу интересны всю жизнь, родная душа может жить в любой точке мира, абсолютно. Угу. И, собственно, и вы найдете ее там, где она находится, и проживете вот эту жизнь счастливо. Поэтому, говоря о Золушке, да, Золушка хотела счастья, да, хотела богатства и хотела, в общем-то, да, человека, который будет решать ее вопросы, потому что, да, свои она умеет решать достаточно хорошо. Что сформулировали, то и получили. То и отримали. Конечно.
Ну, ось так. Тобто формулюйте, бажайте. Головне перше, да, це бажайте, потім формулюйте. І, звичайно, йдіть до того, щоб ваші бажання прийшли до вас ось так, як здається, да, що в когось вони приходять на бац, будемо так казати, так, щоб було і в нас це все. Дякую вам велике за те, що до нас прийшли. Всіх вітаємо з наступаючим Новим роком. Сьогодні у нас в гостях була Таїсія Мушкурова, керівник тренінгової компанії «Після сюжету». До речі, подивіться, це дуже цікавий сюжет. А там ми почуємо думки маленьких людей, дітей про те, що таке Новий рік, як виглядає Дід Мороз. А зустрінемось на майстер-майданчику.